является единственной православной больницей такого масштаба, то есть полноценной многопрофильной больницей, в которой оказывается специализированная и высококвалифицированная медицинская помощь, в которой имеется многопрофильный хирургический стационар, в котором проводится более 6 тысяч операций в год, в котором есть вообще-то все диагностические возможности современные. Планируем в этом году открытие офтальмологического центра в стационаре, в котором могут получить хирургическую помощь пациенты. Мы, являясь церковной больницей и являясь некоммерческой больницей, остаемся на принципе безвозмездного оказания медицинских услуг. Мы принимаем всех пациентов, даже если нету полиса. В нашем отделении проходит лечение пациенты с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Мы принимаем пациентов со всей России, в этом наше отличие от других паллиативов Москвы. Мы ухаживаем за больными не только, следя за манипуляциями и выполняя какие-то процедуры, а мы стараемся сделать их жизнь максимально комфортной. Ну вот даже, может быть, подержать за руку, вот посидеть с больным. Даже когда он не говорит, и многие думают, что он не понимает, а на самом деле душа, она всегда чувствует любовь.